Спектакль Ивановского драматического театра «Сотворившее чудо» вошел в список самых заметных российских постановок сезона 2015-2016 года. Лонглист составили эксперты Совета Российской национальной театральной премии фестиваля «Золотая маска». Критики познакомились с «Сотворившей чудо» в сентябре этого года в городе Ярославль. Спектакль прошел на сцене Первого русского театра. Постановка рассказывает реальную историю жизни и преодоления писательницы Эллен Келлер. Из-за перенесенной в раннем детстве болезни она навсегда потеряла зрение и слух. Буквально вернула ее к нормальной жизни учительница Анни Салливан. В списке Совета «Золотой маски» 97 постановок драматических театров и 46 музыкальных. И только одна среди них – Ивановская.